Сегодня у нас 16 августа 2019 год. Мы тут с Игнатьевичем подсыпаем дорогу, а вот братья Устиновы поехали там столбушки устанавливать. Подожди, Алексей! Алексей! Стой! Подождите! Не слышит. Игнатий Иванович, они поехали столбушки устанавливать. Надо было заснять. Поезжай к ним. Значит, копать будут, устанавливать там. Покажи, где столбы, засними. И сразу вернешься. Смотри. Пришлось до дома идти, он там машину оставил, Сергей. Ну, понятно. Видишь, как это один заложил. Угу. Господь нам силу дает просто невероятную. Представь себе, сколько вырыл, какими пластами. Мы ямы все завалим, потому что мы на Рыжковский пруд перешли, а дорога вон, как его видать. И они ездят, им нужды нет даже. Мы вот заложили, он проедет, и все, совершенно гладкая дорога. Хотя тут и видно, что грабли ему насыпали. Ну, провалилось, видать. Все, поезжай. Они же рядом будут. Скажи, там, где толк стоит, рядом с ним ставьте. Угу. Рядом с ним. Чтобы они никуда не копали здесь. Я думал, на трассе рядом. Нет, надо там, потому что с трассы видно. Угу. Ровно в трассе повернутые. Вот я подъезжаю к братьям Устину. Они столбушки устанавливали, чтобы здесь нельзя стрелять. Чтобы охотники здесь на нашем лагерном пруду не стреляли уток. Вот таблички. Ого, молодец. Видишь, как увязал все. А ты говоришь, плескается. А если его в этом? Он наклонен и, видать, на кочках. Ну. Аккуратно. Ну, Шурик, здесь все, а это все, пусть здесь остается, варежки. Ну что, брат, он сказал, все-таки лучше там, говорит, стоять, где тот, нет. Где тот, вот это. Я так и хотел, но. Так и хотел больше. А то он говорил про трассу, рядом с трассой, но не, потом, не надо, не ну, надо. Передумал. Так, а что шестигранник, ага, вот. Просто... Тут я смотрю, у вас все по-серьезному, да? Ну да, мы делаем серьезные вопросы. Так, все, вот это вот, это мы здесь оставляем. Да. Ну, потащили потихонечку что-нибудь. Давай вот это вот, ты там что-нибудь одно бери. Не тяжелое тут. Я взял себе руку. Я тоже ведро с бетоном взял. Все уж, праздно ходить с камерой. Чтоб праздно не ходить с камерой, я тоже ведро взял. Ого, какая лягушка большая. Вот, а здесь вот старые надписи. Мы когда-то делали. Сейчас они уже все
выцвела краска. Сейчас столб еще. А столб тоже шатается во все. Тоже... Господи, благослови. Да. Это последний раз надпись делал это Ефросинья Дробот. Подрисовывал. Ага. Несколько лет назад. Вот эту надпись? Ну да. Да, наверное, вытащится. Если лишь бы сучки там не были внутри. Эта ямка должна быть глубокая. Не прилетела. Нет, смотри-ка. Еще сколько-то. Нет, надо ломать, но не хочется. Как-то не хочется, не надрывайся, ладно. Нет, он ядреный еще. Давай, видно. Подкопаем сейчас. Такое разнотравие тут красочное. Здесь вот ходил бульдозер. Года-то сколько, я не знаю, прошло года 3, наверное. Здесь вот поднимал дамбу. А потом у нас лагерный пруд. То есть раньше он там вот, сейчас музей, комплекс для бедных лагерей называется, лагерь Стан. Там вот. И вот сюда постоянно ходили с ребятишками, купались. Вот. И стало название такое новое. Лагерный пруд. Вот здесь бульдозер ходил. Следы его. 130-й. Тоже решил зафиксировать, да? Вот я что, фотоаппарат? Да. А камеры ни у кого у вас нету? Нет. Нету, да? Тогда бы на камеру снимали. Еще. Видео намного лучше. Потом, в дальнейшем, когда смотришь. Вот так вот. Ну, там у нас место для схода крещения. В этом году как раз сделали. У нас ролики есть, стоят. Брат Игорь приезжал, Добунов помогал тут, как руководствовал. Вот, все. Слышал стук, это значит упал столбик. Наконец-то. Все, сейчас выкопают ямку. Столб установят, зальют его. Забетонируют бетоном. Вот так вот. Ну, грачи или кто там летят. А, вы дополняли столб-то, да? Коротенький был. Ага.
какие молодцы, придумали такую технику, да? Ну, ну чё, не знаю, прям это, хоть рукой почистить. Колбушок-то еще ядрёный, что на забор уйдет куда-нибудь. Поставил, говорит, и забыл про этот стол, да? Угу. Чтоб не возвращаться к нему больше. Покрасим только потом. Да, брат? Да я звонил, это камеру ты увез нашу. Пришлось домой бежать, чтобы взять ее. Ладно, все уже. Давай с Богом. Техника. А это, думаю, что такое? Фу. Держи. Фу. Выхлопнись, попробуй, у меня. Фух, ну все. Одно только ведро, вот его еще. Толкушка. Я на Урале, когда делал заборы, тоже по найму везде, да, и дома делал. Угу. У нас все время камни, у нас там известняк. Ух ты, а эту кувалдочку никто не взял? Ну, можно хоть большой, так, ну-ка давай. Сейчас хватит пока. На камнях все держится. Ну это-то можно на камнях вставить. Если деревянный устанавливал, потом раскапывать это сложно. Когда ты его камнями закидал. Ну когда он сгнил, я имею в виду. Лет через 15-20 там сгнивает. Ну там столбы я толстые ставил обычно. Сантиметров 30, наверное. Держись так. Лови вот этот уровень, а мы сейчас вот эту сторону немножко выставим, закрепим. А потом стол.
этим попозже краску возьму. Чё, толкушку? Да. Все, поддал, блин, еще. Камней-то набрал. На целый аллею столбов. Так, тут еще цемент будет, не забывайте. Ну все, 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 все. Вот так вот. Сейчас еще. Ну все, давай ведро. Вот оно. У вас один же столб или еще есть? Как? Один же столб здесь установить надо. Здесь один. Угу. А еще где-то? Да, и на Симаковской. Вообще потом попозже такой же столб еще на том берегу установим. Угу. Когда с той стороны подъеду, да? Ну, здесь он как бы в первую очередь нужен. А с той стороны уже тоже нужен, но уже.
А зачем вы в это покрыли-то дерево? Так, еще раз что? Дерево чем покрыли на табличке? Краской масляной. А, масляной краской. Это я специально там покупал немножко для этих дел. Для наружных, да? Ну, да, она для наружных. Такая корова не свернет его, да? Никто тут ничего не сможет сделать, да. Ну все, теперь завершающий этап прикручивание. Может, братьям посмотреть надо? Сейчас, давайте в это. Поддержите кто-нибудь. Слушай, знаешь что? Вообще-то бы... Ну ладно, давай. Ты, Никитеса, держи, наверное. Ну, держи. Ага. Держи вот эту вот, она ни на чем не держится. Ну. 70-шка вполне. А ты с той стороны? Это я вообще по уровню тебе ставил. Ну посмотри, чтобы ровно было. Сейчас посмотри. Подальше отойди, чтобы ровно был уровень горизонт. Смотри, ну тут труба похожа была. Я так понял, да? Ну конечно. А, это... Да, я так плюс-минус тут не вижу. Так, что у нас скорость? Что, пойдет? Да. Сейчас будешь другой мерить. Вот. Ширик мощный. Сейчас табличку приделали, останется так, нам еще самим купить карабин и здесь сдать. Не знаю, успею, нет. Да, вот так кирк ногами сделал, потом. Территория поселка Потеряевка, охота, ловля рыбы запрещены. Ты так держи, а я сейчас не хочу. Ну, типа отъехал, да? Типа стол крутится. Ладно. Правый край чуть-чуть приподнять надо. Подожди, стой. Ты сперва вот с этой стороны прикрутил. Да. Оставь просто не зачем. Все. Линию горизонта лови. Попробуй поймаем. Так. Так. Держи. Еще слева.
Ну ладно, все, слава богу. Поехал я дальше, тоже трудиться. Так, давай слева. Сверху все стоит. И сейчас фотографию сделайте, да? Возле этого снимка. Да. Столба. На память. Ух ты! Башку его открутил. Ну да, там какой-нибудь. Никита, отойди, пожалуйста. Ну все. Ну ладно, с Богом. Давай, пошел с Богом, я. Ага. Спасибо, Христос, вас тоже. Слава тебе, Господи, наша слава тебе.